Что произошло? Произошло на этой неделе многое, как хорошего, так и плохого. Ну, не сказать совсем, что плохого, но не очень. Порвался у нас ремень, закончился бензин на мотоблоке, вследствие чего у нас дорога пришла в негодное состояние. Были сильные ветра, и все замело. Сейчас вам все это покажу. Вот и дорога, которую все замело. Сейчас нам нужно будет все расчистить, так как к 16 часам приедет автомобиль с комбикормом. Нужно будет все это сделать, успеть. Но я привез бензин и новые ремни, так что думаю, что мы справимся. Но еще и произошло хорошее. У нас Валентин стал папой, а Снежка мамой. Сейчас сниму и покажу вам козлят. А вот и наша радостная новость. Валентинчик у нас стал папой. Вот наш Валентин. А Снежечка стала мамочкой дважды. Да, Снежечка? Да, Снежечка мамочкой стала дважды, да? Вот такая вот у нас красавица. Родила вот таких вот красивеньких козляточек. Мальчика и девочку. Очень радует, что девочка есть. Очень радует. Вот сидят они сейчас с ней. Второго только не вижу, что-то козлом. А вон там он прячется. Под стену. А это у нас кто? Мальчик или девочка? Ну? Так это мальчик бегает тут. Бубенчиками своими трясет. Да? Да. А где девочка у нас? Покажи нам девочку. Снежка, давай. Показывай нам девочку. Показывай девочку. Ну и похоже, мальчик, похоже, комовый родился. Девочка пока не знаю. Ну, Саша сказал, что тоже вроде без рожек. Но все равно надо посмотреть, убедиться. Вот такие вот у нас хорошие новости с нашей фермы. Ну что, попозже, надеюсь, выйдет и вторая. Я сниму ее и смонтирую в этом видео. Они подрастут? А вот и оба козленка зашли, мамочки. Попить молочка, видимо, но мы их сейчас немножко отвлекаем. Здесь у нас и козлики, и козочка. Вот такие вот милашечки у нас родились от Снежечки. Да, Снежечка? Да, Снежечка. Иди ко мне, моя хорошая. Ну, иди ко мне, моя сладкая. Снежа, моя Снежа. Снежка. Вот. Ну, пойду, говорит. На тебе, говорит, горох. А вот такие вот у нас козюльки. Козюльки, макапульки. Вот те какие красавцы. Да, красавцы? Красавцы. Ну, похоже, да. Комолы оба. Ай, не бойся, не бойся. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока.